Я нашла. Да. И? У нее как пленка, туман белый вокруг. Хорошо. Берем этот туман отдельно в сетку. 1, 2, 3. Защищаем физический биоробот Ирины с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Ирину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с Ириной и этим туманом поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Это как пелена. Мы на месте. Пелена уходит в клетку-тюрьму. Да, будет так, это есть. От пелены выстраивается канал к ответственному. 1, 2, 3. И я притягиваю ответственного в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Где бы он ни находился, нахожу его. И притягиваю в клетку-тюрьму. Да, будет так, это есть. Нам притянулся какой-то зеленый, короткое такое. Как гуманоид, только короткий. Снимаются все маски и голограммы. Сущность пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Я думаю, еще кто-то есть. И выстраиваю от этой сущности другой канал к остальным ответственным. 1, 2, 3. И все ответственные по цепочке притягиваются в клетку-тюрьму, где бы они ни находились, да будет так, а так и есть. Это ящер. Он большой. Агрессирует? Ему дышать нечем. Отлично. Он не ожидал. Ему вообще не будет чем дышать сегодня. Он попался. Считай цифры над головой ящера. 32-18. Хорошо, паразит, 32-18. Ты попался. Сегодня ты будешь наказан за то, что ты мешал человеку развиваться. Тебе это понятно? Ты не вошел в неосознанную душу, ты зашел в осознанную душу. Влад, просканируй, есть у этого ящера защита? У него нет защиты, он не ожидал вообще здесь оказаться. Он выставил защиту в виде зеленого вот этого человечка. Хорошо. И плюс понятно. Вот эта паутина, он очень... Это как паутина, вот эта пелена, она из ниток состоит очень тонких. И он очень потихоньку закидывал, плел вокруг. Хорошо, Влад, просканируй его защиту и сожги ее. Да, будет так, а так и есть. У него есть защита, но он ей не пользуется. Ну, было бы глупо в его положении еще пытаться здесь что-то... Он это понимает. Хорошо, ящер. У тебя есть два варианта. Или ты сегодня прекращаешь свое существование, или ты мне полностью рассказываешь, на каком основании ты вошел в биополе человека, когда ты зашел в это биополе человека, и почему ты ему мешал подниматься в астрал. У тебя есть короткое время для объяснения всех своих поступков. Приступай. Мы обороняемся, защищаем себя. Да, а что, на тебя напал кто-то? Мы заранее выводим из игры того, кто может в будущем навредить и видеть нас. Да ты что? А я отношусь к тем, кто находит таких, как вы, и вывожу их из игры. Как ты себе, как тебе такая ситуация? Я это знаю. Ты знал, что ты ко мне попадешь? Знал. Если ты знал будущее... Я выставил защиту. По барабану твоя защита. Она никакой роли здесь не играет. Здесь другие силы играют. Мне неприятно. Неприятно — это второй вопрос. Ей было 1-0. Нет, это не 1-0. Это будет продолжение этой истории. Я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Ирины. Под ногами 360 градусов вокруг нее. На всех семи тонких телах находятся любые. Чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии и воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку тюрьмы. Ответственность за эти подключки энергии притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложником. Это не 1-0. Это провал по полной линии. Я помню отлично, как ваша цивилизация пыталась мне накинуть ошейник на горло. Сколько раз, сколько нападений было на меня. Не, ящер, ты паразит. Ты паразит, и вся ваша цивилизация довольно странная в моих глазах. Именно поэтому... так мы защищаемся. Нет, это неправильно. Предвидят нападение. Да. И почему ты можешь видеть будущее? Я вот этого не понимаю. Как ты его можешь видеть? Как ты можешь догадываться, что она может представлять... Я не понял. Не понял. Я вижу намерение. Правильно. И я вижу силу. Энергии сопоставляю. Ага. А информацию
и понимаю, что для нас это может быть опасно. Понятно. А законы мироздания для тебя играют вообще какую-то роль или нет? Играет. А я не уверен. Вот сегодня я уже не уверен, что она играет. Я проверю сегодня. Хорошо, Вера. Что у нас с реверсом? У нас не реверс, у нас скеннер. В смысле, что у нас с скеннером, да? У нее еще что-то есть, но канала нет. Это как какая-то, я бы сказала, чешуя. Где она находится? Коричневого цвета. Где она находится? В ее биополе? Сейчас, секунду. В ее биополе. Он как змея ее закручивает. Кто он? Она чешуя. И на счет три, снимая с нее эту чешую, 1, 2, 3, она выходит, зависает в воздухе. Да, есть. Отправляя в клетку тюрьму. Готово. Выстраивая этот чешуи канал к ответственным, 1, 2, 3. Где бы они ни находились во Вселенной, притягивая их в клетку тюрьму, 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Это моя, не старайся. Кто говорит? Ящер. Угу. Чешуя ящера. Хорошо. Еще что у нас? Он вводил ей свои био ДНК. Слышь, ящера, ты не перешел уже все границы дозволенного. Может, тебе энергия атмана чуть-чуть разбавить твою ДНК? Для того, чтобы она смогла с ним сконтактировать и работать в дальнейшем. Она не будет с тобой. Ни с тобой, ни с твоей цивилизацией никогда работать. Понимаешь? Никогда. Она первородная душа. Ее сделал Творец. Абсолют. И она находится под защитой Абсолюта. А я маленький такой, маленький-маленький болтик в этом инструменте. Я прихожу тогда, когда надо решить такие ситуации. Тебе не, ты не получишь этих энергий. Никогда. Хорошо. Так, чешуя вышла. Выстраиваю. Хорошо, Вера, что у нас еще? Какие каналы есть или нет? Нет, нет каналов, но я в ней вижу остатки от этой, как яд. И включая внутренний белый свет Ирины. Ирине, 1, 2, 3. На счет 3. Ирина начинает выдавливать из всех своих 7 тонких тел. Все негативные, патогенные, чужеродные энергии, все, что пришло на чистоте подключек от интерферентов, все чужеродное, негативное выходит, формируется в шар, остатки яда от них, все выходит. Вся жидкость, все ДНК. Остается только чистое поле Ирины, да будет так, а так и есть. Они давили ей на вишудху. На голосовую чакру, понятно, хорошо. То есть она, они везде, но... Я чувствую на физическом своем теле, вот скребет горло. Удар был у нее, голосовую чакру. Понятно. Сколько ящер находился в ее биополе? 4 месяца. 4 месяца, хорошо. Он говорит, что она хороший соперник. Да, готово. Все забрали реверсом? Нет, мы выдавливаем из нее этот яд. А, яд у нас был. Как пластилин какой-то, как жвачка с нее отлепился. Не вот. По крошкам вышел. Я вижу. Хорошо. Большой шар? Большой. Средний. Как мячик. По размерам. Открывается под ним портал. Галактический ядро уходит на переработку. Закрывает, печатает, растворяет. Готово. Хорошо. Так. Значит, у нас только гуманоид ящер и его чешуя. Больше ничего нет. Да, Вера? Но этот гуманоид, я не знаю, он органический или нет. Поставим маячок зеленый-красный, если он органический, зеленый, если нет, красный. Какого цвета? Он красный. Красный. Открывается портал в галактическое ядро, отправляю его на переработку, закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса Ирина забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия. Божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Ирина себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. А значит, ее энергия возвращается сейчас от ящера. Их нужно вернуть от корки вот этой. И выставляя канал тумана. К этой корке. И к этому туману 2 канала. 1, 2, 3. Выстраиваются каналы. И реверсом забирай. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Смотри, получается вот это
корка, как змея, которая, да, она только давала свою энергию, не забирала. Забирала вот эта сетка ее энергии, белая такая. Понял. Как пелена, которая. Сетка, пелена. Понял, хорошо. От нее вернулись энергии. Отлично, хорошо. Мы все вытащили из ее биополиса, чтобы он начистить, да, ящером. Хорошо, я даю команду на рассинхронизацию Ирины с энергией. Пошла рассинхронизация. Мне что-то показывает, она сама показывает, что она задыхалась. Ну, от этого, конечно. Сейчас она сильная, к ней вернулись ее энергии. Сильная, я имею в виду, она уверенная внутри. Готова рассинхронизация. Хорошо, мы все выдавили уже. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Сканер сканирует, проводит контрольную проверку. Она говорит, я сама как сканер чувствую свою силу. Проверка закончена, она чистая. Подхожу, даю команду Ирине на счет 3 сделать импульс высокого вибрационного шокового удара и сжечь своей энергией все каналы к интерферентам и их подключкам. 1, 2, 3, удар. Она сильный удар сделала. По каналу ящера перешел. Ящера тряхнуло, да? Да. Отлично. Ну, бывает. Хорошо. Открывается. Все каналы отлетели? Да. Открывается портал в галактическое ядро. Канал уходит на переработку. Закрывай, печатывай, растворяй. Хорошо. Так. Чешуя, сетка, ящер. Ли, я приветствую тебя и прошу выйти со мной на связь. На связи. Ящер 32-18, 4 месяца сидел, чешую установил, сетку пелена, это наша ученица. Посмотри, пожалуйста. Он сказал, что она... Хороший улов. Хороший улов, хороший. Ящер забираем остальное на переработку. Отлично, и под сеткой и чешуей открывается портал в галактическое ядро, и они уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. А эти слова идут в синдикат. Понятно, синдикат. Они все там против нас, а мы против них будем свой синдикат делать. И посмотрим, кто кого. Хорошо, мы будем возвращать сейчас Ирину назад в ее биоробот. И для освоения энергии вибраций возвращаем тонкой копии Ирины в систему биоробот душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. Хорошо. У нас сейчас остался чистка ее дома. Отключайся от Ирины. И на счет 3 ты стоишь перед входной двери ее дома. 1, 2, 3. Ты перед дверью. Да, я здесь. И я даю команду. Входи в дом. На счет 3 устанавливается. Здесь кухня и зал вместе. Остановилась клетка там. Хорошо. 3 воронки. Черт. Рептилоид. Грей. Сколько? 3. 1 робот. Они на него показывают, но просят не выбрасывать. Арахноид. Хорошо. Воронки у нас там находятся, да? Да. Под ними открывается портал. В галактическое ядро они уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, рептилоид. Почему не должен робота уничтожать? Объясни мне. Не уничтожай технологии, они тебя просят. Это Грей просит. Это Грей просит. Хорошо, Грей, давайте тогда рассказывайте, как это все воздействовало, что вы установили, если я получу всю исчерпывающую информацию и пойму, как вы работали, я отпущу рептилоида, Грея и вашего робота на вашу чистоту. Давай, приступай. Как долго вы находились в этом доме? Год. 1 год. Хорошо. Как воздействовали ваши подключки? Забор энергии. Хорошо. Как человек чувствует себя в этом доме, когда он живет там и стоят его подключки? Что делал этот робот? Направлял. Значит, от них идет информация, что раньше, да, а в доме было много энергии. А сейчас только в нескольких местах сосредоточено. И этот робот направляет участки энергии. Концентрирует их, да?
да, в конструкции. Понятно, хорошо, меня такой ответ устраивает. Рептилоид, давай команду Грэм сейчас выйти, собрать все, что они оставили в этом доме, и вернуться в клетку, тюрьму, доложить о готовности. Приступайте. Готов. Хорошо, так. Вы все забрали? Готовы уходить? Мы все свернули, да. Хорошо, больше в этот дом не приходите, мы все здесь будем запечатывать. Вам понятно? Понятно. Открывается два портала. Один на частоте рептилоида, один на частоте Грейв. Грейв забирает робот и уходит на свою частоту. Рептилоид уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Да, есть. Арахноид, выходи, собирай всю свою паутину. Рассказывай, где она находилась и объясняй, как она воздействовала на обитателей этого дома. Приступай. Сетки у него в доме. Хорошо, где они стояли? В разных местах. Да. Ему нужна была энергия, чтобы потомство разводить в чуланах и шкафах. Хорошо. Все понятно. Давай, собирай всю свою паутину, все свое потомство и в чуланах, и в подвалах, где бы ни находилось. Потому что после этого мы будем все здесь сжигать, и ничего не останется. Ничего не забывая, приступая. Как долго ты находился в этом доме, Арахноид? 6 месяцев. 6 месяцев, хорошо. Там портал космический. Где? Он показывает в одной из спален. Мы потом посмотрим. Хорошо. Он собрался. Хорошо, Арахноид, я прошу тебя больше не приходить в этот дом и на этот земельный участок. Я буду здесь все контролировать и запечатывать. Тебе это понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Арахноида. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, у нас остался один черт. У нас остался черт, да. Считай цифры над головой. 5. Черт, нам тут позвонили и одна кошечка, и одна собачка, и сказали, что ты мешаешь им жить. Это так? Я член команды. Какой команды? Нам весело. Нет, весело будет сейчас мне, когда я открою портал в галактическое ядро и буду скидывать туда тем, кому слишком весело. Поэтому я тебе рекомендую отвечать на мои вопросы не абстрактно, а с полной осознанностью, понимая опасность неправильного ответа. Итак, в кошке он сидит. В кошке ты сидишь. Хорошо. Так, кошечку у нас зовут Шерри. И... Я даю команду на счет 3. Появляется тонкая копия Шерри. 1, 2, 3. Кошечка приходит. Получается, ему по характеру кошечка нравится. И он у ней сидит, но собачку доводит. И собачку доводит. Хорошо, понятно. Так, кошка появилась? Появилась. Шерри, ты меня слышишь? Мяукает. Хорошо, я все сейчас с тебя сниму. И все подключки черта проявляются. 1, 2, 3. Внутри у нее энергии. И включая внутренний белый свет Шерри. 1, 2, 3. На счет 3 помогаю, выдавливаю все энергии чужеродные, находящиеся в ее биополе. 1, 2, 3. Все энергии на чистоте черта начинают выходить и формироваться в шар перед ней. А знаешь, с нее выходит шар, и плюс она начинает выплевывать. У нее такие позывы рвотные выходят. Все выдавливаем полностью, все выходит. Черт, я смотрю, ты перешел все границы уже, да? Ты уже садистом каким-то стал, да? Он говорит, это не я, это ее волосы. Хорошо, посмотрим, спросим у кошки. Готово. Хорошо, Шерри, как ты себя чувствуешь? Лучше? Мурлычет она. Молодец, хорошо. Давай, Верочка, заправим, дадим ей такое количество энергии, такую чистоту, которые ей необходимы до полного восстановления и корректировки. Заканчивается поток энергии и поток подъем чистоты и вибрации на ее значение. 1, 2, 3.
пошел поток энергии и поднимаем вибрации до комфортного состояния кошечки. Потоки идут, от нее идет слово благодать. Готово. Красивая кошка. Хорошо. И для усвоения вибрации возвращаем тонкую копию Шерри назад в ее биоробот. 1, 2, 3. Она синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях в своем биороботе. Все энергии переходят. Я даю команду, появляется тонкая копия Грэма собаки. 1, 2, 3. Да, он здесь. Грэм, привет. Как дела? Хорошо у тебя все? Но он скулит и на лапки показывает. Хорошо. Что у тебя там такое? Поднимает их. Носки. Носки. Хорошо. Черт. Давай, быстренько все снял. Вышел из клетки, все снял. Хвост. И на хвосте еще. Вот же ж ты, паразит. И что там в виде хвоста вообще? Там энергия. Не понял. Ты тихо говоришь. В области хвоста у него энергии. В области хвоста у него энергии. Хорошо. Пусть все снимает. Готово. Я даю команду на счет 3. Поднимается энергия до комфортного состояния Грэма, и частота его вибраций поднимается до среднего его состояния. 1, 2, 3. Пошли потоки энергии. Пошел подъем частоты вибрации. Заканчивается автоматически. Собака друг. Добрый очень. И наивный. Ну, наивный. У нас и люди есть он наивные. Он друг. Конечно, он друг. Грэм, сейчас я хорошо? Ничего больше не мешает? Почему-то воздух кусает. А что там в воздухе? Рычит он. Так, не Верочка. Нравится ему воздух. Воздух в этой квартире? Да, в доме не нравится. Хорошо. Я даю команду весь негативный воздух, о котором думает сейчас и говорит собака, начинает формироваться. 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Это что, непроветренное помещение или что это? Или это сущность, или их энергии? Это энергии черта еще, разбросаны его. А, мы еще не убирали, все понятно. Хорошо, сейчас соберем шар с воздухом. Готов. Большой? Большой. У нас еще шар с кошки висит. И шар с кошки, и шар собирается, поднимем порталы в галактическое ядро, эти шары уходят на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Возвращаем Грэма назад в его биоробот, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Синхронизируем и гармонизируем его тонкие тела с физическим биороботом. Он синхронизировался, смотрит на себя, лапы лижет. Все хорошо, Грэм? Дышит. Молодец, ты хозяин в доме, охраняй всех, охраняй кошку, охраняй хозяев. Молодец, хорошая собака. Все, поехали дальше. Так, у нас черт остался. Черт, выходишь. Как долго ты находился в этом доме, черт? Где-то 5 месяцев. 5 месяцев. Хорошо. Выходи, собирай все свои комочки, все одеялки. Если ты оставил где-то на детях или что там еще в доме находится, я не знаю, я это все найду. И накажу тебя. Если ты не хочешь, чтобы это случилось, выходи и собирай все. Приступай. Что он делает, Вера? Он собирает комочки. Хорошо. Решеточки какие-то. Одеялки. Черт, кто... Ванная у него. Решетки какие-то. Ванные решетки. Хорошо. Черт, но кто на земельном участке находится? Кто там? Демон? Да, есть демоняка. Понятно, хорошо. Я тебе предлагаю такой вариант. Ты сейчас все это соберешь, потом ты мне покажешь все порталы в этом доме. Я их закрою. После этого я соберу весь негатив в этом доме и отдам его тебе в дорогу. И ты больше никогда сюда не придешь. Тебя устраивает такой вариант? Устраивает. Хорошо, давай приступаем. Дай команду, когда ты будешь готов показывать нам порталы. Сам ты никогда в жизни не соберешь столько негатива. Он собрал свои. Хорошо, все, давай, пошли по дому, показывай, где что находится из порталов. Пошли. Ну, он ведет в эту спальню сразу, там темный, таким темным цветом портал на потолке.
И под этим потолком внизу открывается воронка в галактическое ядро 1-2-3, засасывает туда этот портал, вместе с ним фантом портала уходит, все наночастицы, все до последнего микрона уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Где кухня? Где у нас клетка? Да. Там есть, это не пойму, дверь или окно, что-то, окно вообще. Это портал тоже. Хорошо, внизу под окном открывается портал в галактическое ядро 1-2-3, засасывает туда этот портал, вместе с ним фантом портала, все наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Пошли дальше. Это место под лестницей. Портал. Видишь его? Да, пол. Пол. Внизу открывается портал в галактическое ядро 1-2-3, засасывает туда этот портал под лестницей. Фантом портала, все наночастицы, все на переработку уносится. Закрывай, опечатай, растворяй. Значит, коридор, входная дверь и сразу портал там. Видишь его? Да, красный. Внизу открывается портал галактическое ядро 1-2-3, засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы. Все чужеродное уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Он показывает еще в ванной, но это не портал. А что там? Волнуется? Волнуется. Стена. И под этой стеной внизу открывается портал в галактическое ядро 1-2-3, засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы. Все туда уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Хорошо, пошли дальше. Все. Хорошо, возвращаемся все к клетке. И я даю команду на счет 3. Низкая вибрационная энергия темных миров. Ты знаешь, меня постоянно возвращает вот к этой картине, на которую указывала Ирина. Я не увидела на видео, что на ней. Но давай подойдем. Была. Хорошо. Нет, мне показывают сейчас на ней энергия рептилоида. То есть вот эти установки стояли в этой комнате. Угу. И через нее ее внимание и энергию отсасывали. Понятно. Ушла эта энергия с этой картины. Но она вытягивается, все это вытягивается в шар. В шар космический, все правильно. Просто объяснили. Отлично, хорошо. Готово. Под космическим шаром открывается портал в галактическое ядро 1-2-3. Он уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Хорошо. Этот шар большой, темный? Нет, не особо. Хорошо. Черт забираешь? Он забирает, он объясняет, что поэтому и порталов мало. Угу. Хорошо. Порталы от негативной энергии открываются, а здесь перестала поступать энергия в определенное время. Потому что люди... Энергии стало меньше. Люди выехали из дома... Поэтому сейчас он практически пустой. Поэтому получается такая ситуация. Хорошо, шар ты забрал, да? Да, готов он. Готов уходить? Да. Хорошо, больше сюда не приходи. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта 1, 2, 3. Черт забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. С того огненную пентаграмму. Готово. Хорошо, давай теперь... Клетку уберем. Она пустая, да? Да. Открывается портал в галактическое ядро, и клетка уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Знаешь, энергия идет. Я вижу кошку и собаку. Угу. Они видят эту энергию. Конечно, видят. И что они делают? Они смотрят на нее. Им приятно. Готов. Отлично. Хорошо. Мы закончили в доме? Да. Переносимся на земельный участок. 1, 2, 3. Клетка установилась сзади дома. И здесь такие, как листья осенние. И под ними как припорошенные птицы какие-то, фантомные. Дальше.
Две воронки. Угу. И демон. И демон. Какой демон, считаю? Цифры над головой. 11. 11. Хорошо. Так. Птицы. Их фантомы. Я даю команду на счет 3. Открывается портал. Светлый портал. И птицы на чистоте птиц. 1, 2, 3. И птицы уходят на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Листья — это как собранные листья перегной. Да, они вместе с птицами были. Птицы как припорошенные ими были. А где сейчас эти листья? Там? Они ушли с птицами. Хорошо, отлично, хорошо. Под воронками открывается портал в галактическое ядро. И воронки уходят на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо, демон, я тебе предлагаю следующий вариант. Ты сейчас соберешь все, что ты оставил на территории этого земельного участка. А я соберу весь негатив, который находится на территории этого земельного участка, и отдам тебе в дорогу. Тебя устраивает такой вариант? Он говорит, порталы здесь хорошие. Пользуюсь я ими. Ты мне покажешь и все порталы, которые находятся на территории этого земельного участка. Я их закрою, и потом я тебе соберу весь негатив. Согласен? Согласен. Хорошо, пошли. Куда? Ну, показывай, собирай все, что ты, во-первых, оставил. Все свои ловушки собирай. И когда ты их соберешь, тогда покажи мне порталы. Сначала убирай все свое. Он говорит, да на кого тут охотиться, на собаку, что ли? Я тут отдыхаю, а через порталы передвигаюсь. Понятно, хорошо, ты здесь только отдыхаешь. Давай, закрывай, мы закроем порталы, покажи, где они находятся. И я тебя отпущу с негативом на твою чистоту. Он мне показывает 3 портала в разных местах. Видишь их? Да. Где первый, давай к первому подходим. Где он находится? Ну, да, ну, на задней стороне, с правой стороны, в самом конце. Под ним открывается портал галактическое ядро 1, 2, 3. Этот портал уходит в галактическое ядро на переработку. Фантом портала уходит, все наночастицы портала. Все уносится на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. И еще 2 портала по левой стороне, один в середине, другой в самом начале, на другой стороне дома. Отлично. Открываются 2 воронки против часовой стрелки внизу каждого этого портала. 1, 2, 3. И эти порталы оба уходят в галактическое ядро на переработку. Фантом этих порталов уходит на переработку. Все наночастицы уходят на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, пошли дальше. Порталов нет больше. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Да, готово. Большой шар? Шар очень большой. Демон заберешь? Это в воздухе, не просто на территории участка, то есть... Да. Воздушное пространство негативом заряжено. Заберет он. Хорошо, забираю, отправляю этот шар демону. Демон, объясни мне, а как это воздушное пространство может быть засорено этой энергией? Как такое может быть? Это экология или что это? Как мне понять? Там плохое место или грязное? Зачем экология? А что? Мысли людей, их настроенность, страх. Вот, понятно. Кто живет, а полностью воздух заряжен этими энергиями, да, на этой территории. Много тебе, вам там сейчас работы, я полагаю, демон. Хорошо, ты получил, что ты хотел. Я прошу тебя тогда больше не приходить на этот земельный участок. Я его буду полностью запечатывать, и сюда будет просто некомфортно даже подумать заходить. Найди себе новое место обитания. Есть и побольше участки. Я тоже так считаю. Найдешь. Хорошо. Ты готов уходить на свою чистоту? Готов. Открывается внизу против часовой стрелки портал на чистоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Ставь огненную пентаграмму. Клетка пустая? Готова. Клетка пустая. Открывается под ней портал галактическое ядро. Она уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Отключаемся от этого дома. 1, 2, 3. И возвращаемся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Я на месте.